Я подхожу к твоей двери и знаю, что она приоткрыта. То ли потому, что ты меня ждешь, то ли ждешь чего-то от меня. Мол, если не зашла, можешь зайти, если зашла, можешь уйти. Из-за приоткрытой двери то свет, то темнота, а для меня это не щель, а трещина. И когда небольшой сквозняк колыхнет что-то почти невесомое, я скажу то, чего не думала, я услышу то, что не имелось в виду. И перемещение воздуха в доме не изменит ничего для меня установленного. Я кладу что-нибудь не на свое место, нарушая равновесие, которого нет. Итак, дверь будет приоткрыта, яблоко надкушено, жизнь надломлена, все немного надорвано, немного начато. И сейчас нет смысла говорить о чем-то новом.